Лаптев Игорь Федорович. Я главный судья соревнований сегодняшних, на которых на этих соревнованиях у нас встречалась команда по волейболу среди девочек и мальчиков Коблевской средней школы и Рыбаковской средней школы. Я веду секцию волейбола в Рыбаковке и сегодня выступаю в роли главного судьи этих соревнований. К чему приурочены эти соревнования? Соревнования были приурочены к дню внешкольного образования. И я бы сказал, что жаль, что у нас не было еще двух-трех команд, которые бы дополнили этот праздник, который детям очень нравится. Детям очень нравится играть в волейбол, им нравится встречаться. У нас очень были долгие каникулы, когда мы не встречались, и у нас не проводили соревнования, они были отменены по известным вам причинам из-за карантина. А сейчас прямо видно по лицам, что они готовы, они горят, они готовы снова встречаться, соревноваться. И мы очень рады, что в ближайшие два месяца у нас пройдут соревнования по волейболу среди девочек и мальчиков ОТГ. Других школ? Да. Внутри нашего ОТГ Коблевского. И дальше будут на соревнования уже районные. Это уже более серьезный уровень, мы будем к ним готовиться. Наша задача, то есть выйти максимально возможно количеством команд, возможно две команды выйдут из района на областные соревнования. Поэтому мы надеемся, что Коблево подтянется, хоть они сегодня нам немножко проиграли. И среди мальчиков, и среди девочек, но у них есть потенциал. И мы надеемся, что мы двумя командами выйдем на областные соревнования. Среди рыбаковских команд, мальчиков и девочек, мне бы особенно хотелось отметить Артеменко Данила. Он у нас не то чтобы один из лучших игроков, он мотиватор часто бывает объединения команды. И когда у кого-то появляется лень не прийти на соревнования, я ему всегда звоню, прошу, чтобы он позвонил. И на его просьбу отзываются и приходят дети тренироваться. Я за это ему благодарен. А также капитан команды девочек, это Бондарчук Лера. Она, наверное, капитан уже несколько лет. И я бы сказал, незаменимый человек, который объединяет эту команду. Она держит эту команду не то чтобы в ежовых рукавицах, она держит ее в дисциплине. В дисциплине, концентрации. Это очень важно во время игры, чтобы не было никаких недоразумений. И за это я ей очень благодарен. Поэтому вот это, наверное, основные игроки. И, наверное, еще, наверное, Филинюк София, которая она была на этом турнире лучшей подавающей среди мальчиков и девочек. Поэтому она мотивирует также своих подруг на то, чтобы они больше тренировались, лучше играли. Это самое главное.